Вопросы социально-экономического развития, продвижения продукции товаропроизводителей из Карачаева-Черкесии, налаживание бизнес-отношений с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. С такими инициативами представители торгово-промышленной палаты Карачаева-Черкесии и бизнес-центра «Твой бизнес» приняли участие в 6-м международном форуме «Южные ворота», который проходил в Северной Осетии. Каких договоренностей им удалось достичь, расскажет Мадина Каракетова. Основной темой 6-го международного форума «Южные ворота» стало развитие экспортного потенциала регионов Юга России, налаживание новых и укрепление уже имеющихся внешнеэкономических связей. Руководитель центра «Мой бизнес» Артур Язаов рассказывает, что в Карачаево-Черкесии были сформированы коммерческие предложения экспортно-ориентированных предприятий республики, которые делегация и представила. В связи с эпидемиологической ситуацией форум проходил частично в очно, частично в онлайн формате. Были подключены через посредством видеоконференц-связи представители бизнес-сообществ из таких стран, как Турция, Иран, из Республики Беларусь были подключены представители бизнес-сообщества и осуществлялся диалог с данными предпринимателями. Ну и в итоге вот мы поехали, со всеми познакомились, со всеми обменялись деловыми контактами. Ну и в настоящее время все это отрабатывается. На форуме рассказывает Артур Язао, вице-президент торгово-промышленной палаты России Виктор Подалко говорил о важности тесного сотрудничества между региональными властями и бизнес-сообществом в целях улучшения социально-экономической ситуации. В Карачаево-Черкесии с этой целью еще в 2017 году был создан Центр по поддержке предпринимательства. И на сегодняшний день организация предоставления мер поддержки для малого и среднего бизнеса оказывается в рамках единого окна, чем могут похвастаться далеко не все регионы. Делегация Карачаево-Черкесии на форуме «Южные ворота» собрала контакты потенциальных бизнес-партнеров, провела переговоры с представителями бизнес-сообщества таких стран, как Иран, Турция, Туркмения, Беларусь, обговорила потребности и возможности каждой из сторон в предоставлении конкретной продукции или услуги. Мы делали упор конкретно на экспортно-ориентированных товаропроизводителей нашего региона. И с этой целью мы как раз и сформировали коммерческие предложения именно наших товаропроизводителей для того, чтобы постараться предложить их стране, чьи предприниматели потенциально могут быть заинтересованы в данной продукции. В первую очередь делался упор на производителей легкой промышленности. Данная отрасль в нашем регионе развита. Очень развита, порядка 50 тысяч занятого населения именно в данной сфере. Следующая отрасль, которая и нас заинтересовала, и заинтересовала наших потенциальных партнеров, это пищевая промышленность. По словам Артура Язаова, торгово-промышленной палатой республики и центра «Мой бизнес» формируется экспортный каталог товаропроизводителей, который будет направлен во все торговые представительства и представительства торгово-промышленных палат по всему миру с целью презентации продукции, производимой в Карачаево-Черкесии. Призываю всех товаропроизводителей, желающих экспортировать свой продукт, свой товар. Во-первых, призываю не бояться развиваться и двигаться в данном направлении, а также принять участие в формировании данного каталога и предоставить свои презентационные материалы для их включения уже непосредственно в сам экспортный каталог товаропроизводителей Карачаево-Черкесской республики. Артур Язаов уверен, что многие из достигнутых договоренностей с представителями бизнеса как в регионах России, так и зарубежных будут реализованы, что откроет новые горизонты перед бизнесменами Карачаево-Черкесии. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибогов, Вести Карачаево-Черкесия.